Друзья мои, всем привет! Я с вами в прямом эфире. Привет, Иринушка! Мы сегодня... Привет, привет, всем привет! Друзья мои, пару минут мы подождем, пока все соберутся. А покуда что я начну свой эфир. И начну я, конечно же, с того, что мы сегодня... Конечно же, в данном контексте, при том, что мы все находимся в карантине, всегда что-то неизвестное, страшно, всегда первое наводит на нас страх. Нужно очень серьезно отнестись к карантину. Я всех призываю быть дома. Почему? Потому что коронавирус, к сожалению, мутирует. Коронавирус – это лабораторное, такой вирус лабораторный. И поэтому давайте для начала соблюдать дисциплину и оставаться дома. Это первое. Второе, что я хочу всем предложить, что в любой ситуации нужно уметь лавировать, в любой ситуации нужно иметь какие-то отступные, скажем так, какие-то отступные поля, которые вас продержат на плаву, либо вообще хорошо прокормят. Именно поэтому я сегодня буду говорить с вами об этом. Еще что я хочу сказать. Те люди, которые у меня появляются второй, третий и так далее раз, это говорит только о том, что вам наши эфиры нравятся, и вам наш гость очень понравился, и поэтому мы приглашаем еще раз этих гостей и задаем им все новые вопросы. Сегодня у меня очень классный гость. Это Иронька. Я тебя приглашаю в эфир. Вот, я приглашаю Ирочку. Это Ирочка Чермаш, это мой непосредственный спонсор, это лидер нашей компании онлайн-бизнеса Incruises. Иронька, рада тебя видеть, приглашаю тебя в эфир. Здравствуйте всем, меня слышно хорошо? Да, тебя очень хорошо слышно, очень хорошо видно. Чуть-чуть можешь опустить, потому что стенки больше видно, чем тебя. Чуть-чуть опусти ниже экран, если это возможно. Я сегодня вам, отлично, я вам сегодня представляю лидера нашей одесской команды. Это необычайная женщина, это бизнес-вумен, это большой боец, это большой друг, это большой наставник Ирочка Чермаш, наш региональный директор компании Incruises. Иронька, даю тебе слово, я знаю, что тебе есть что сегодня сказать. Здравствуйте, дорогие друзья. Что я могу сказать? Сегодня мы все живем в такое непростое время. Никто даже не предполагал, что так все получится. Когда мы встречали Новый год, год крысы, предполагал, что у нас у всех будет изобилие, очень хорошие возможности. Но и, естественно, никто не предполагал, что будет такой серьезный кризис. Ну, вы знаете, я вообще вот к этому сегодняшней ситуации отношусь философски. Почему? Потому что, с одной стороны, это проблема, да, это опасность, которая сегодня возникла, но с другой стороны, это большие возможности. Но недаром в китайском словаре, да, вот, или в японском есть такое слово «вэйдзи». Оно состоит из двух иероглифов. Одно вот «опасность», а другое «возможность». И вы знаете, прежде чем вот начать, я хочу вам рассказать небольшую притчу, не займет много времени, но для того, чтобы вы поняли, какой смысл кроется в этом удивительном слове. Когда-то ученик спросил своего учителя, говорит, я вообще не пойму значение этого слова, все восхищаются, а мне непонятно. Ну и учитель рассердился и выгнал ученика, и сказал, что ты придешь ко мне тогда, когда поймешь все. Ученик ушел и перевернулся через 2 дня, но рассерженный учитель обратно его отправил. И тогда ученик ушел и вернулся уже только через год. И когда он вернулся через год, он рассказал свою историю, что он работал на то время, когда его выкинул
учитель, да, выставил учитель, он работал в фирме. В фирму он пришел, и ему сказали, что он больше не работает. И вот наступил момент, когда ему пришлось искать для себя возможности, да, его не брали нигде на работу. И тогда он пришел к мысли, что нужно строить свой бизнес. И через какое-то время его бизнес стал очень большим, он стал продуктивным, стал приносить очень большие доходы. И, конечно, он вырвался из нищеты, и ему было чем кормить своих детей и свою семью. И вот он вернулся к учителю, чтобы поблагодарить его за содеянное. На что учитель сказал ему: ты благодари путь, по которому ты пошел. Вы понимаете, что сегодня у нас у всех должно быть осознание, что это время непростое, и всем дает возможность просто, наверное, посидеть, задуматься, поразмыслить и принять решение. Знаете, я должна вам сказать, что последние дни, конечно, очень много возражений в соцсетях. И сегодня тоже мой партнер прислала мне возражения своих друзей, которые говорят, что люди сегодня потеряли рабочие места, а вы рассказываете о каких-то путешествиях. Люди не думают об этом, они думают, где взять деньги, и чтобы накормить свою семью. И я могу вам сказать, что да, сегодня жизнь вносит свои коррективы. И рынок труда перемещается в интернет-пространство. Ну, в связи с тем, что карантин у нас, понятно, да? И именно в интернете сегодня люди ищут возможности, как заработать и прокормить семью. Это ни для кого не секрет. И я, вы знаете, со всеми соглашусь, что путешествие на круизных лайнерах — это не продукт первой необходимости. Но, знаете, не хлебом единым жив человек. И придет время, а это пройдет не так уж много времени, что все изменится. И человек захочет опять путешествовать, да? Карантин пройдет, и что? Человеческие потребности всегда были и будут. Это отдыхать и познавать мир, путешествовать. И вот как раз бизнес этот, на этом построен наш бизнес. Этот бизнес может сегодня приносить очень большой доход каждому, кто включится в этот процесс, кто поймет, что это очень хороший бизнес. Деньги нам выплачиваются в долларах, и даже курс не влияет на наше благосостояние. Наоборот, главное, знаете, и в этой ситуации главное, как вы к этому относитесь. Правильно ли вы расставляете свои приоритеты? Ну, если вы, конечно, говорите, что такой бизнес не для вас, то он точно не для вас. Вот это совершенно точно. Но мы ищем позитивных, амбициозных, предприимчивых, умных, с активной жизненной позицией людей. Вот те, которые готовы сегодня перестраиваться и обучаться новому. Вот. И я хочу вот именно на этот вопрос, я понимаю, сегодня такой насущий. Знаете, есть такой интересный человек, это хоккеист канадский, кстати, украинского происхождения. Его зовут Уэнс Дуглас Греци, почти как твоя фамилия Грицкова, да? А он грецкий. Так он сказал вот о чем: хорошие игроки находятся там, где шайба. Где шайба. А великие там, где она будет. Надеюсь, что вы очерпнете из этого сказано, какие-то выводы сделаете. Сказано очень хорошо. Ну,
Вот такие вот я хотела слова сказать, ну и жду дальнейших вопросов от тебя, если ты хочешь что-то еще спросить у меня. Да, конечно, Иронька, ты все правильно говоришь, все зависит только от нас, от нашего решения, от нашего видения вперед. Очень, очень хорошее выражение ты сказала, что те люди выигрывают, выигрывают те люди, которые сегодня делают то, что не делают другие, потому что они завтра имеют то, о чем другие только мечтают. Я лично очень рада, что мы с тобой в такой компании. Наша компания не пошатнулась ни в каких областях, ни в каких абсолютно позициях во время сегодняшнего карантина и кризиса. Это дает нам право, конечно же, быть уверенными еще больше, что мы в правильной компании, в нужном месте. И поэтому мне хочется сказать тем людям, которые вот как бы пишут свои возражения, что, к сожалению, вы видите то, что у вас... Ну вот полметра, извините, перед носом. Посмотрите немножечко вперед. Мы как раз вам предлагаем очень серьезный, очень стабильный онлайн-бизнес, который сегодня как раз и прокормит ваши семьи, который будет вас кормить в далеком-далеком и будущем тоже. Наш бизнес передается по наследству. Иронька, скажи мне, пожалуйста, ну вот ты уже осветила про наш сегодняшний карантин, про все. Мы уже много муссируем эту тему. Сегодня я бы хотела вот конкретнее, чтобы ты рассказала нашим слушателям и те, которые будут смотреть это видео потом, каковы же возможности, именно бизнес-возможности на нашей онлайн-платформе. Каковы у нас сегодня, ну вот такие более выгодные, более стабильные, допустим, возможности, чем перед другими онлайн-компаниями, которые сегодня существуют на небосклоне? Ну, что я могу сказать? Мы вообще отличаемся от многих бизнесов, которые и онлайн-бизнесы, и те, которые офлайн-бизнесы. Ну, офлайн-бизнес, это понятно, что сегодня в условиях карантина мы не можем выходить на улицу и можем только общаться онлайн. По поводу онлайн-бизнеса, да, на сегодняшний день есть очень много возможностей развивать свой бизнес. Ну вот сегодня мне предлагали купить платье по интернету, предлагают товары, да. Да я и сама, в принципе, да вот БАДы предлагают, косметику предлагают. Но вы знаете, сегодня ведь нарушены вот эти вот перевозки, транспортные, да. Сообщения. Нету, да, сообщения. И я вам хочу сказать, что... Я тоже занималась продуктовым бизнесом по интернету и в хорошей компании продуктовой. И до сих пор мне нравится продукция, я стараюсь употреблять, потому что я понимаю, что здоровье очень важно. Я заказала в очередной раз посылку, это было в начале марта. И вот до сих пор эта посылка моя лежит в Японии. Вот, на пункте отправки. И что я вам хочу сказать? Я заплатила деньги за эту посылку, и теперь у меня ни денег, ни товара, ни продукции, ничего. И вот вам, пожалуйста. Мы находимся совершенно в приоритетном состоянии, положении, да, наша компания, потому что мы предлагаем услуги. Услуги для того, чтобы вы могли покупать свои путешествия гораздо дешевле, чем они, в принципе, существуют на рынке, которые вы до сих пор покупали через турагентство. Клуб и создан для того, круизный клуб создан для того, чтобы дать возможность каждому человеку, среднестатистическому, да, бывать в круизах, путешествовать в круизах по очень доступным ценам, причем с возможностью зарабатывать на этом очень хороший доход. И, в принципе, кто увидел для себя эту возможность, тот, конечно, ее использовал. Я вам хочу сказать, что в 2017 году, когда я вступила в клуб, я тоже не чувствовала себя защищенной, потому что я украинская пенсионерка,
с небольшой пенсией. Да, я не сидела сложа руки, я пыталась зарабатывать, у меня были и продуктовые компании, и последняя моя компания до вступления в клуб, это была инвестиционная компания. Я потеряла там деньги. Ну, понятно, что такое финансовая пирамида. Ну, вот так вот я не включилась сразу. Я потеряла друзей, я потеряла поддержку со всех сторон, и друзей, и родственников, знакомых. Я осталась одна. И в моей душе, может быть, кругом не было кризиса, но у меня в душе этот кризис был. И вы понимаете, я встала перед такой дилеммой, что мне дальше делать, как мне дальше жить. Я понимала, что на пенсию 1500 гривен я не выживу никак. И когда я увидела возможность путешествий таких, просто я сказала: вау, вот это то, что я искала всю жизнь. Ведь эта мечта идет через всю мою жизнь, с детства длится. И я подумала, что это как раз дело, которым бы я хотела заниматься. Я не знаю, как, насколько оно будет хорошо оплачиваться для меня, как я смогу вообще это все делать. Но я решила, что я должна быть здесь. И вы знаете, за 3 года я сделала очень многое. У меня очень большая команда и моих единомышленников. Вот и Людочка в числе их сидит рядом, да. Вот. И, конечно, я объездила очень много стран. И я знаю, что впереди будут прекрасные путешествия. Мы увидим весь мир обязательно. Мы заработаем то, что мы можем заработать в этом клубе. Наши чеки в долларах. Вот, и у нас просто безграничные возможности. Вы понимаете, чем привлекательный для меня круизный клуб? Может быть, и вы увидите такие же возможности прекрасные. Что здесь можно начинать бизнес с очень небольших вложений. Согласитесь, что сегодня, чтобы создать офлайн-бизнес, нужно очень большие вложения, разрешительные документы и так далее и тому подобное. Я когда-то в свое время, продвигая БАДы, тоже была частным предпринимателем. У меня был свой фитолоток. И я знаю, сколько стоят эти разрешительные документы и сколько надо дать было на лапу для того, чтобы это все можно было продвигать. И я вам хочу сказать, что зарабатывала я только на сегодняшний день, так, чтобы не умереть с голоду. Так что это все очень непросто, и диагностика у меня была для того, чтобы состояние здоровья у людей определять и помогать им быть здоровыми. Знаете, это были очень большие вложения. Это сама диагностика $2000 стоила, обучение $500, аренда. Это, вы понимаете, можно все время перечислять. Нужно было врача научить это делать, да или само это делать. Нужно было людей найти, которые захотят эту диагностику проделать, и потом, чтобы они захотели купить БАДы. Вот так я продвигала бизнес очень тяжело и зарабатывала очень маленькие деньги. Здесь же у нас не нужно больших вложений, всего лишь $195, и вы покупаете за эти деньги лицензию, которая дает вам возможность построить неограниченный бизнес международный по всему миру. Да, во всему миру, друзья мои, и получать свои вознаграждения в долларах. Это величайшая возможность, которую использует только человек, который видит вперед, дальновидный человек, который сегодня понимает ситуацию и готов меняться, да, вот в данной ситуации и обучаться новому. Поэтому, друзья мои, всего лишь за $195 вы сможете купить лицензию и начать действовать. Всегда в вашем окружении или, может быть, в окружении на Фейсбуке вы найдете тех заинтересованных людей, которые захотят купить нашу услугу или тоже включиться в бизнес. Я в этом не сомневаюсь. Представьте себе,
Когда я вступила в клуб, и когда от меня отвернулись все люди, я вам честно говорю, мне некого было пригласить. Даже муж покрутил у виска и сказал, что это просто какая-то глупая затея и очередная афера. Но, тем не менее, сегодня он... Что очень рад, сегодня, что я в круизном клубе и вот помогаю нам жить и существовать, и даже безбедно существовать благодаря круизному клубу. И я вам хочу сказать, я не опустила руки. Я никому не сказала, что да, мне некого сегодня пригласить. Я пошла в интернет, я пошла в соцсети. И мои партнеры в основном... Это практически все. Это люди из соцсетей, из Фейсбука, из Инстаграма, из ВКонтакта. Вот. И Людочкой мы тоже познакомились именно в Фейсбуке. Да, совершенно верно. Поэтому все возможно, все в ваших руках. Все, что вы захотите, у вас все получится, если вы будете открыты к новому. Ну вот я то, что хотела сказать, ты очень сказала. Объяснила, безусловно, ты права. Я подписываюсь под каждым твоим словом, потому что мы сегодня резко отличаемся от других онлайн-бизнесов, разумеется. Потому что, первое, мы ничего не выкупаем, ничего не продаем. Нам не нужны никакие склады, нам не нужны никакие лотки, нам не нужна никакая почта, никакая доставка. Мы эти все, так сказать, подводные камни, мы все успешно миновали. И этого нам ничего и не понадобится никогда. Плюс, конечно же, на сегодняшний день, чем еще, вот я как считаю, чем еще мы, в общем-то, ну, в выигрышном положении? Потому что у нас есть и офлайн, и онлайн. Если вы хотите, вы можете встретиться. Вот завтра ко мне домой приезжают гости, вот они изъявили желание все-таки лицом к лицу, я сказала, пожалуйста, их двое, я сказала, приезжайте, я живу в частном доме, у меня вокруг много кислорода, подышим воздухом. Но в основном 80% у нас, конечно же, онлайн-бизнеса, поэтому именно наш бизнес сегодня не пошатнулся, именно поэтому мы как работали, так и работаем, мы как росли, так и растем. Конечно же, еще очень большой вот такой жирный плюс – это то, что у нас не нужно платить сумасшедшие деньги. Правда же, Ирочка, за всякие курсы, за школы, за вебинары у нас постоянно идут вот эти вот ученические учебные программы, и вы выбираете удобное для вас время, и опять вы это все делаете у себя дома на диване, просто либо с наушничками, либо перед компьютером, перед монитором. Это большие-большие плюсы. Кому это интересно узнать подробнее, обращайтесь, я все вам расскажу, Ирочка. Да, совершенно верно. Люда говорит о том, что мы работаем командой, у нас есть информационные чаты, где выкладываются новости, материалы для обучения, проводятся вебинары, вот, и обучающие школы. То есть вы не останетесь без поддержки, и мы готовы, в принципе, протянуть вам руку помощи. И, естественно, вот Людочка дополнила меня, это совершенно правильно, что наш бизнес продвигает услугу, и нам, в самом деле, не надо ничего не продавать, не покупать. Мы не продаем даже те круизы, про которые рассказываем, мы путешествуем сами. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день это, конечно, одна из самых лучших возможностей вот, начать собственный бизнес и продвигаться в этом направлении. Я думаю, что среди людей найдутся такие, которые нас сегодня слушают, которые захотят все-таки прислушаться, да, и присоединиться к нам. Да, я тоже говорю везде в своих эфирах, что, друзья мои, это не значит, что если у вас есть какой-то доход, если у вас есть какая-то бизнес-платформа, я всегда говорю, не нужно ложить яйца в одну корзину, все знают, о чем я говорю. Вот, вы можете начать просто это как дополнительный заработок, вы можете это начать в онлайн-системе абсолютно спокойно, не выходя из дома. Вы можете потратить 3-4 часа в неделю. У меня есть многие люди в моей команде, которые работали на основной работе, сейчас вряд ли работают, но в принципе и это у нас совмещается.
Это я говорю для тех, у кого, может быть, сохраненные отпуски есть такие тоже, которые проплачиваемые, либо вы ушли на свою, так сказать, вынужденный отпуск. Это не имеет значения, я никого не призываю ничего бросать. Я все время говорю, что я это сделала, но я никого не призываю. Я бросила свой наземный бизнес в пользу Incruises, но я никого не призываю это делать. Это выбор, конечно же, каждого из вас. Иронька, скажи мне, пожалуйста, солнышко, вот давай мы подойдем вплотную к вопросу. Вот если человек сегодня готов иметь это как дополнительный заработок для начала, допустим, как дополнительный бизнес, с чего он должен начать и как будет его продвижение именно на нашей онлайн-платформе? Ну, с чего он должен начать? Конечно, с регистрации. Регистрация у нас бесплатная. Вот, абсолютно бесплатная. Единственное, что вам нужно зарегистрироваться так, как вы пишетесь, как ваша фамилия и имя прописывается в загранпаспорте, латиницей. Обязательно почту, ну, может быть, не обязательно, но лучше почту все-таки Gmail. Там, в принципе, вы придумываете пароль и пишете свой телефон, страну указываете, мужчина или женщина, и, в принципе, регистрация готова. Вы попадаете внутрь кабинета своего, и там выбираете тот вариант участия, который для вас будет более всего приемлем. У нас есть три варианта участия. Первый вариант участия – это в виде члена клуба, тот, который, в принципе, всегда путешествовал, он хочет путешествовать или хочет начать путешествовать, вот, и экономя при этом свои средства. Вот такой человек регистрируется и окладывает на свои путешествия по $100 в месяц, которые конвертируют сразу в 200 круизных долларов. И через какое-то время, это, в общем-то, может случиться даже через 14 дней, но сейчас придется подольше подождать, пока пройдет кризис, когда пройдет карантин, вернее, и можно планировать путешествие. Да. Есть вариант просто быть партнером клуба. В этом случае вы покупаете лицензию, про которую я говорила, за $195. Вы получаете онлайн-платформу. Все инструменты есть в нашем кабинете вот, для продвижения вашего бизнеса. У вас будет наставник, и по цепочке у вас будут вышестоящие наставники, которые будут вам помогать. Вы будете в дружном коллективе, находиться в чате и, в общем-то, обучаться вместе с нами, идти в ногу, проводить презентации. Всему мы научим вас, и вы будете строить свой бизнес. Бизнес будет заключаться в том, что вы, естественно, будете рассказывать преимущества нашего клуба, вот все привилегии, все возможности, и приглашать людей. За приглашение людей вам будут оплачивать деньги. Причем будут оплачивать деньги не только за личные приглашения, но и по другим бонусам вы будете получать полностью за всю свою команду. И третий вариант вступления в наш клуб – это когда вы выберете возможность быть VIP-партнером, то есть войти как член и партнер за $295. $100 – это членский взнос, и $195 – это на вашу лицензию. Причем для того, чтобы продлить лицензию на следующий год, вам нужно понадобится заплатить только $95 и так далее. Я должна вам сказать, вот пользуясь такой возможностью, да, что я сегодня в эфире, я хочу вам сказать, друзья, я сегодня просто, я не знаю, насколько я просто счастлива, что я нахожусь в круизном клубе Incruises. И я за это время выстроила такую команду, вернее, мне помогли мои партнеры. У меня команда почти 500 человек, и я очень горжусь, и я очень им признательна. Вы знаете, если бы не круизный клуб, я бы не знаю, как я бы сегодня жила, и как бы я вообще существовала. И я могу вам сказать о том, что я, в общем-то, не потеряла своего ранга регионального директора.
Я его закрыла в этом году. И я получу свой лидерский бонус регионального директора, который равняется $2500. Браво. Вы понимаете, сидя дома, не выходя, ну еще я не говорю о пассивном доходе и так далее, сидя дома, считаете уже полмесяца, я не потеряла ни копейки, потому что я успела это создать. Вот если вы человек дальновидный, если вы услышите сейчас меня, то вы поймете, что к нам в клуб нужно было вступать еще вчера. Но ничего невозможного нет. И, в общем-то, и сегодня это как раз, может быть, наступило время, когда стоит задуматься о том, что это сегодня возможность для каждого. Для каждого, кто посмотрит в нашу сторону, кто любит путешествовать, кто хочет зарабатывать, кто хочет в самом деле осуществить какие-то свои мечты, да, купить квартиру, купить дом, приобрести хорошую машину, дать образование детям. Может быть, кому-то нужно погасить свои кредиты. Я не знаю, у каждого свои цели и мечты. Но все, что вы хотите, вы можете найти здесь, в круизном клубе «Инкрузес». Я приглашаю вас к нам. Я тоже приглашаю всех. Я благодарю, Ирочка, тебе за то, что ты есть, за то, что я тебя нашла в интернете. Я тоже ни на минуту не сожалею об этом, что я здесь. Хочу только внести небольшую поправку. Вышесказанное. Наш клуб закрытого типа. К нам невозможно зайти просто с улицы. К нам можно зайти только по рекомендации того партнера, у которого есть ссылка. Вот по этой ссылке вы проходите ту регистрацию, о которой выше сказала Ирочка. И еще один момент. Значит, друзья мои, когда вы хотите сделать вот любой шаг, вот я вам честно говорю, ну вот любой шаг, какой бы вы только не захотели сделать на нашей онлайн-площадке, у нас на любой шаг есть ответ, у нас на любой шаг есть видеоматериалы, правда же, Ира? Ну вот, да. Что вы только не захотите спросить, как я говорю, дядя Гугл ответит, но все у нас приготовлено в нашем личном кабинете. Вот вы пишете, как регистрироваться в «Инкрузес», и вам выдают вот такую вот целую сеть идентичных видео, то есть никто ничего здесь, ну как вам сказать, никто здесь не пасует, никто здесь не теряется, мы все друг друга, конечно же, однозначно помогаем. Конечно, Ирочка, я вполне с тобой согласна, что на сегодняшний день такую зарплату, которую ты получаешь, ты сделала сама себя, ты умничка. Но я тебе хочу сказать, что такие деньги сегодня зарабатывает не каждый, даже моряк, который ходит в рейсы и который учится много лет. Наша платформа, конечно же, дает очень большие возможности. Как вы будете развиваться дальше? Конечно, это зависит только от ваших усилий, безусловно. Иронька, скажи мне, пожалуйста, мы уже услыхали, что вот как поменялись взгляды твоих близких, твоего мужа непосредственно. Я знаю прекрасно, что в этом бизнесе уже твои дети и твоя невестка. И это естественно, потому что любая мама своих детей хочет там, где лучше. Правда же? Вот. Да, мы с открытым забралом всем вам рекомендуем это, потому что мы в первую очередь это рекомендуем своим детям. Я считаю, что только из-за этого мотива вы должны призадумываться, что, может быть, действительно вам место именно здесь. Я на сегодняшний день всем говорю, что, друзья мои, мы здесь нашли еще очень много друзей, очень много лидеров. У нас шикарная, сильная лидерская команда. У нас за 4 года 12 собственных миллионеров, друзья мои. Когда вы говорите, что вам нужно кормить семью, так вот я вам говорю, что только у нас от года до 3 люди делают карьеру в $1 миллион. Только у нас. Ничего не продавая, ничего не выкупая, у нас ничего не сгорает. Вот мне многие задают вопросы. Ну вот я люблю путешествовать, я бы хотел, а вот я не планирую, и вот у меня там мама, папа, дети, если я не поеду в этом году, друзья мои, у нас ничего не сгорает.
Вы сами принимаете решение, когда вам нужно, что вам нужно, на какую программу пойти. Правда же, Ира, у нас никто никого никуда не тянет, не насилует. Если вы не хотите заниматься бизнесом, не занимайтесь. Если вас интересуют только деньги, занимайтесь только деньгами. Спасибо, Надя, мы все классные. Поэтому здесь любой из вас может найти именно свое, именно свою нишу. Свою нишу, да, вот свое, да. Вот предназначение то, и выполнять, да, предназначение ваше, то, что вас сегодня более волнует. Я понимаю прекрасно, что сегодня все в каком-то смятении, в панике, но я все время подчеркиваю, друзья мои, не сидите, не ждите погоды у моря. Погода у моря не придет к вам сама, и ничего не изменится, если вы сами себя, понимаете, не поднимете, как барон Мюнхгаузен, за шкирку и не скажете, нужно идти в каком-то новом направлении. Конечно же, Иронька, тебе огромное спасибо, что ты есть, что ты нас всех вот собрала в такой вот коллектив. У Иры очень большая команда. Иронька, расскажи, пожалуйста, ну так, вкратце, со скольких стран у тебя, у нас же международная платформа, со скольких стран у тебя партнеры? Вот это интересно. Большинство, конечно, у меня с Украины. Но у меня есть большая команда в России, в Казахстане, в Киргизии. Ух ты. У меня есть команда в Германии, в Швейцарии, есть в Чехии, есть в Израиле уже партнеры, есть во Франции уже партнеры. Ну, то есть вот... Ну, растем мы. Есть даже с Владивостока у меня партнеры. То есть даже из таких далеких мест тоже такая вот команда. Ну, надеюсь, что наши будут расширяться наши возможности, и у нас партнеров будет становиться все больше и больше. Да, и в Америке у нас тоже есть партнеры. Шикарно. Да, совершенно, да. И в Америке тоже у меня есть партнеры, не в первой линии, это в третьей, ну, неважно, третья, четвертая линия, но есть американцы тоже. Иронька, вот такие... мы просто... Отлично, у тебя, конечно, география, я думаю, что эта география будет еще расти, потому что наша компания успешно развивается. Я говорю, в 180 странах. Вчера меня поправили, сказали, что уже 187 стран у нас. Представляешь, мы уже скоро будем в земном шаре. Вот. Иронька, мы в прошлый раз с тобой поднимали тему именно вот обучения великого тренинга в Лас-Вегасе GoPro. У меня, значит, слушатели задавали мне вопросы. Освети, пожалуйста, еще раз вкратце вот эту тему, а главное скажи, кто может, вот меня спрашивали, кто может туда попасть, кто может, то есть у людей есть интерес, кто может поехать на тренинг GoPro, который проводится раз в году в Лас-Вегасе, и наша компания, конечно, нам способствует, чтобы мы принимали участие даже в таких грандиозных больших тренингах, в которых собираются залы в 10 тысяч человек, где собираются самые богатые бизнесмены, самые богатые лидеры MLM-бизнеса, и которые билеты раскупаются с декабря на следующий год на декабрь. Можете себе представить, какой популярности именно эти тренинги мировые? Расскажи об этом, пожалуйста, Ирочка. Ну вот Людочка, в принципе, очень много уже рассказала, что это за этот тренинг, да. Потому да, что он я проводится хочу, каждый год в декабре месяце. Вот на первое мероприятие я не поехала, потому что я только, в принципе, вступила в клуб. Ну, понимаете, поехать каждый может, если у него есть на это деньги, возможности, материальные возможности. Первый год я не могла поехать, но во второй год и вот на третий год уже в прошлом году, да, я, конечно, ездила на это мероприятие. Меня, конечно, потрясло вот эта вот грандиозность этого мероприятия, вообще количество народу, которое там присутствует, и вот эта воодушевленность, активность людей, такая активная жизненная позиция, конечно, очень здорово. Там нас обучали, как правильно вообще вести бизнес, с чего начинать и вообще как проложить себе путь к успеху. Вот эти, что важно, что нужно, чтобы туда поехать. Гораздо больше было бы людей, и даже вот в прошлом году нас было там более 500 человек,
ну, могло быть, могло было быть и 1000. Просто не все смогли получить американскую визу. Вот это вот проблема, которая задержала многих моих партнеров тоже. Я надеялась, что очень много моих партнеров приедут туда, потому что девочки готовились, они купили билеты на GoPro, но, к сожалению, не смогли открыть американскую визу. И поэтому я была, и было еще 2 человека из моей команды. Одна была Ирина из Москвы, и одна была Оксана из Швейцарии. Вот, вот нас было 3 человека из моей команды, а предполагалось, что нас будет человек 50. Вот это, собственно говоря, да, вот это, собственно говоря, все, что нужно поехать, ваши желания, деньги, ну, их нужно заработать. Ну, знаете, я никогда не на обучение свое не тратил, не жалела денег. И я всегда считаю, что это должно быть на первом плане, обучение, я должна показать себя, я должна показать, что я это могу, и тогда я обращу внимание на себя. В этом смысле, в общем, наш бизнес хорош, потому что вы, ну, показываете себя как успешного человека, и хотите, если вы хотите чего-то добиться, то обязательно вам нужно посещать наши праздники, мероприятия, ездить в круизы и пользоваться всеми теми благами, которые нам дает круизный клуб. И, конечно, успех будет обязательно гарантирован для вас. Это однозначно, Ирочка. У нас нету такого дня, нету такой недели, нет такого месяца, чтобы не было каких-то мероприятий серьезных. Плюс мы в Одессе проводим всегда регулярно. У нас есть и круизные вечеринки, и встречи. И регулярные были презентации вот до карантина. Я повторяю, что у нас и онлайн, и офлайн бизнес. Но вот сейчас я хочу к тебе сознаться, Ира, я сейчас работаю больше, чем до карантина. Я вот пару дней так посадила уже голос, что я вечером не могла разговаривать, потому что я все время общаюсь в онлайне. Я сейчас веду 2 раза в день, ты знаешь, эфиры и на Инстаграме, и на Фейсбуке. И вот у меня между эфирами вчера было сразу 2 эфира еще частных у меня было. Я вчера разговаривала с Киевом, я вчера даже разговаривала вчера с Японией. Правда, были сложности у меня с переводом, но я отправила все на английском языке, и вроде меня услышали и меня поняли. Так что мы в онлайн-бизнесе развиваемся очень хорошо на сегодняшний день. Мы очень быстро перестроились именно потому, что, ты правильно говоришь, нас этому всему обучают. Вот. Вот я раньше, до нашего клуба, я не знала, что такое Инстаграм. Я вообще не думала, что он мне здесь понадобится. Вот. А за GoPro, Ирочка, да, я горю желанием, я очень хочу поехать в Лас-Вегас на GoPro, поэтому я, конечно же, интересуюсь этим, и это грандиозные возможности, друзья мои. Это просто, ну, я не знаю, это Бог поцеловал в лобик и сказал: «Боже мой, на тебе все для твоего собственного развития». Я не знаю, как можно пройти мимо таких вот возможностей. К сожалению, наш эфир не безразмерный, Ирочка. Я всем задаю, своим гостям, один и тот же последний вопрос. Последний вопрос. Скажи, пожалуйста, моя хорошая, что бы случилось, если бы ты прошла мимо такой возможности, как онлайн-платформа Incruises? Ну, я уже говорила о том, что Incruises для меня — это спасательный круг. Это в самом деле так. Даже не знаю, как бы я сегодня жила и на что бы я жила, как я смогла бы существовать в это тяжелое время. Знаете, как я вот прочитала, есть такое высказывание, что с возрастом для человека важны здоровье, да, и деньги, потому что деньги нужно для того, чтобы сохранять здоровье. Чтобы, да, да, голодный не будешь здоровым. Да, можно было, да, всего себе позволять, вот потому что, вы знаете, поддержание здоровья не получается. Но, кроме того, у меня семья большая, у меня 2 сыновей, у меня муж, и, в общем-то,
благодаря круизному клубу мы можем жить сегодня, в общем-то, не ограничивая себя ни в чем. Путешествовать, видеть страны многие. Я считаю, что, даже не знаю, наверное, меня Бог поцеловал в темечко и дал мне такую возможность. Я благодарю Бога. Я благодарю Майкла Хатчесона за такую прекрасную идею. И, конечно, я благодарю себя за то, что не прошла мимо вот такой возможности. И благодарю всю мою команду, мою любимую. Даже когда я на вас когда-то кричу, бывает, голос, я делаю это любя, потому что я в каждом из вас вижу своего дитя, своего ребенка, которого я хочу научить и дать вам вот эту вот возможность тоже нести этот бизнес вперед и быть успешными здесь. Поэтому низкий вам поклон, благодарю вас, что у меня есть. Это самое большое богатство. А если вы у меня будете, да, и дальше мы будем нести это, то мы будем приумножаться, расти, вот, увеличивать свои доходы, путешествовать. Ну, в общем-то, мы будем жить как хорошие, как настоящие люди, как, в общем-то, успешные люди, да. В общем-то, в этом-то и заключается жизнь, я думаю. Да, Ирочка, спасибо тебе огромное. Друзья мои, я очень благодарю Ирину, что она сегодня у меня в гостях. Иронька, тебе огромное спасибо за то, что ты есть. Конечно, спасибо огромное нашему Майклу Хатчесону. Я ему говорю каждое утро спасибо, потому что благодаря Майклу Хатчесону я тоже путешествую уже абсолютно бесплатно. Я уже заработала такую, ну, я не знаю, такой подарок Бога в виде нашего круизного клуба, потому что у нас очень легко заработать бесплатные путешествия. Мы сегодня об этом мало говорили. Нам достаточно пригласить только 5 человек из вашего окружения, пригласить к нам в клуб, и это вы делаете с помощью нас. Обращайтесь, потому что все новенькие люди, которые приходят к нам, новые партнеры, я лично даже говорю, никому не говорите ничего без меня, потому что сегодня люди, к сожалению, ну, больше настроены негативно, чем позитивно. Многие люди просто боятся слова «круиз», потому что они считают, что это не для них. Вот именно благодаря миссии нашего клуба как раз вот такие вот люди, которые на пенсии, я, кстати, тоже на пенсии, Ирочка на пенсии, только благодаря нашему клубу и миссии этого клуба это сегодня доступно простым людям, которые жили на пенсии и даже не мечтали о круизах. Поэтому, друзья мои, вы, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда рады новым друзьям, новым возможностям. У нас бизнес очень защищенный, у нас есть все документы, мы работаем легально, у нас есть даже защита прав потребителей. Вы можете в первых 14 дней вернуть все ваши затраты, если вы вдруг передумали. У нас бизнес наш пересдается по наследству, и, увы, уже есть такие случаи. То есть я это все повторяю, говорю только лишь о том, чтобы вы поняли, что бизнес очень серьезный, бизнес денежный. На сегодняшний день мой спонсор Ирочка Чермаш, региональный директор, без 5 минут уже переходит на следующую. Национальный. Да. И, конечно, мы немножко подождем, сейчас вот кризис закончится и будет национальный. Хорошо. Ну, я не знаю, даже боюсь говорить, потому что вы не поверите. Одно могу сказать точно, что сегодня, ну, наверное, бригада мужиков в количестве 30 человек сегодня не зарабатывает столько, сколько Ирочка своим трудом зарабатывает именно на нашей онлайн-площадке. И мы все тут зарабатываем, и на нас не влияет повышенный доллар, нас это радует. И мне кто-то написал возражение, как вы можете радоваться, что лопнули туристические агентства. Да я не радуюсь, друзья мои, я констатирую факты, что те площадки, которые не заботились. Вот наша компания заботится о своих клиентах, наша компания заботится о своих партнерах. То есть все никакие, вы понимаете, карантины, никакие запреты, никакие закрывания границ, ни отмена круизов, мы не потеряли ни копейки. Поэтому наша компания как раз смотрит в будущее. Те турагентства, которые не смотрят в будущее и которые, извините, как-то облажались на данном
на данном этапе обстановки, ну так извините, это их проблемы. Я рассуждаю Можно именно так. Сегодня пересмотреть свою тактику, да, и просто видеть, что сегодня надо приходить онлайн. У нас в компании очень много турагентов, которые позакрывали, попродавали свои турагентства в нужное время. Вот. А сегодня они, поют оды, да, и хвалебные оды нашему клубу, что вот они вот какие молодцы, как они правильно приняли решение. Ну, а кто-то уперся на своем, а они не видят дальше своего носа. Так что же можно поделать? Ну, к сожалению, кризис не щадит никого. И поэтому самые люди, которые, ну, видят, умеют видеть, они могут переключаться и идут уже по этому пути. Идут уже по этому пути. Вы уж обратите на нас внимание, мы на этом пути уже не один день, не одну неделю, даже не один год. Поэтому, если мы вам рекомендуем, извините, мы взрослые тетки, взрослые девочки, мы, Ирочка, и если мы вам с открытой душой рекомендуем, и в этом бизнесе наши дети, наверное, это самый главный показатель, что здесь действительно нужно быть именно здесь, и именно сейчас. Я хочу вам сказать, что во все времена бывают кризисы, во все времена бывают проблемы. Конечно же, правильно себя ведут те люди, которые, первое, не впадают в панику, второе, делают выводы и перестраиваются. Вот я сегодня вас призываю, не делайте панику, соблюдайте, пожалуйста, карантин, отнеситесь к этому очень серьезно, потому что вирус этот, к сожалению, лабораторный, он, к сожалению, мутирует, и, к сожалению, никто не знает, как она укнется. Не забывайте, пожалуйста, что мы живем в Украине, потому что если Великобритания в полный голос сказала, что они не справятся с проблемой, то помните, где вы живете, помогите, пожалуйста, сами себе, помогите своим близким. Если вы действительно нуждаетесь твердой площадке онлайн-бизнеса, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Мы с радостью вам поможем, мы с радостью вам пройдем. Знаете, как китайцы говорят, хороший учитель тот, который со своим учеником идет до тех пор, пока он твердо уверен, что его ученик не спотыкнется. Так вот, мы идем со всеми очень долго. У нас обучение самое сильное сегодня. Мы не платим, не переплачиваем ни за какие. Сегодня все коучи, все тренинги, все кричат, хотите зарабатывать, как в Инкрузес? Приходите к нам, мы научим. Вы можете себе представить? Значит, уже все понимают, что заработок лежит как раз у нас, на нашей платформе. Приходите к нам. Не стесняйтесь задавать вопросы, прежде чем ставить какие-то, понимаете, свои штампы. Узнайте, пожалуйста, больше об этом. Задайте какие-то вопросы, которые, может быть, вас действительно волнуют. Примерьте, как я говорю в Одессе, этот костюмчик на себя. И если вам этот костюмчик подойдет, мы будем только рады видеть вас в наших хороших, позитивных, успешных рядах. Почему? Потому что, ребята мои, все проходит, минует и это. Все буквально на земном шаре нуждаются в хорошем отдыхе. Этого не отнять, это как хлеб насущный. Понимаете, все пройдет. И я вас больше чем уверяю, что если вы не обратите на это внимание сегодня, кто-то обратит сегодня, вы завтра увидите его успех, и вы пожалеете, что вы эту информацию просто пропустили мимо ушей. Потому что вы не посмотрели на пару шагов вперед, к чему это вас может привести, и какие вы можете блага получить здесь. А благ у нас очень много. Поэтому я еще раз призываю всех ознакомиться с нашей программой. Я еще раз призываю всех, конечно же, не падать в панику. И я еще раз призываю всех не ставить никакие штампы, не писать возражения. Друзья мои, не втягивайтесь в негатив и не тяните других в этот негатив. Сегодня страхов вас. Я думаю, что сегодня мы все с этим справимся. Да, что-то мы когда-то делаем впервые. Я когда-то впервые вышла в прямой эфир. Ирочка знает, вот именно в Инстаграм. И слава тебе, Господи, понимаете, никто не умер, ничего такого не случилось. Всегда нужно понимать, что первое, что вы первое должны сделать? Первое вы должны сделать,
вы должны сказать, что я могу изменить в данной ситуации. Друзья мои, если мы ничего не можем изменить в данной ситуации, значит, вы только можете что-то делать. Значит, что вы должны сегодня делать? Вы сегодня должны мыть руки, вы сегодня должны сидеть дома без контактов, вы сегодня должны взять тетрадку, продумать, на каком положении вы находитесь сегодня и что может быть с вами завтра. И вы сегодня должны очень красиво перестроиться, перелавировать именно на ту площадку, на которой вы видите, что люди сегодня работают, люди сегодня живут и люди сегодня зарабатывают. Поймите меня, если вы этого не сделаете, никто за вас этого не сделает. Я всегда говорю, если ничего не менять, будет то же окно и то же дерево из окна. Вы будете сидеть на том же диване и с теми же проблемами. Я всем желаю, чтобы у вас все было хорошо. Я еще раз благодарю Ироньку за наш эфир. Ирочка, огромнейшее тебе спасибо. Ты мой дружочек, ты мой наставник. Я на тебя равняюсь. Очень приятно находиться среди таких лидеров, как Ирина Чермаш, как Ирина Аронец, как Наталья Шевелла, как Салтанат. В моем окружении столько успешных людей, что не хватит часа, чтобы я их всех перечислила. Я их не только перечисляю, я с ними хорошо знакома, я с них беру пример, я с ними живу уже 2 года, в этой компании. И я знаю, что я буду здесь до конца. Я всем говорю, сегодня Инкрузес — это смысл моей жизни. Друзья мои, послушайте меня. Я не алкоголичка, не наркоманка. Я нормальная женщина, которая прожила сложную жизнь. И если я сегодня говорю, что Инкрузес — это смысл моей жизни, значит, обратите, пожалуйста, на это внимание. Всем огромное спасибо. Всех хочу видеть регулярно в эфире. Если кто-то хочет выйти со мной в эфир, давайте свои заявочки. Я с удовольствием рассмотрю любые темы. Я, кстати, люблю очень психологические темы, не только по теме бизнеса и по теме Инкрузеса. Мы можем с вами развить абсолютно любую тему, потому что мы сегодня должны научиться жить в онлайне. Сегодня все дистанционно переходят на театры, на кинотеатры, на всевозможные обучения. Сегодня все музеи даже предлагают дистанционно ходить в музеи. Поэтому, друзья мои, я сегодня гордо говорю, Ира, какие мы умные, а? Мы это предусмотрели. Ты 3 года назад, а я 2 года назад. Правда же? Вот оказывается, да, да. Что мы умные. Вот, потому да, что Бог... Ну, знаешь, конечно, бизнес... онлайн бизнес, интернет – это то, что нужно сегодня изучать. Надо иметь как подспорье каждому. Поэтому кто еще не здесь, тот должен быть здесь, если он хочет быть на плаву. Вот это очень важно сегодня. Вот и слава Богу, что у нас есть эта возможность такая. Я тебя, Людочка, благодарю за сегодняшний прекрасный эфир. Ты умничка. Можешь быть точно ведущей на телевидении где-то с твоими успехами, с твоими талантами. Вот. Я горжусь, что такие у меня прекрасные партнеры в команде. Спасибо. Всего доброго, друзья. Я очень рада, что вы были с нами. Спасибо большое, Ирина. Спасибо тебе большое за теплые слова. Мне есть кого брать пример. Я беру пример с тебя. Я всегда... просто уповалась твоими презентациями и до сих пор уповаюсь. Ты профессионал, это радует. Спасибо тебе огромное. Друзья мои, я всех благодарю, кто был со мной в эфире. Я всех очень призываю к тому, чтобы вы рассказывали о моих каждодневных эфирах своим друзьям, знакомым и приятелям. Почему? Потому что мы действительно делаем сегодня нужное дело. Это дело действительно может помочь сегодня зарабатывать очень серьезные, очень большие деньги в онлайн-платформе системы бизнеса. Этому действительно сегодня можно обучиться, у нас всему обучают. Не надо платить, переплачивать деньги ни за какие курсы, никаким коучем не надо. У нас это все сегодня абсолютно бесплатно и каждый день. У меня завтра, кстати, Ирочка, завтра будешь меня поздравлять. Я заканчиваю завтра марафон. Вот 10-й. И я, конечно же, получу сертификат. Я стойко прошла этот путь. И нам обещают в субботу красную дорожку. Да, и я довольна, что я не одна там была, что я была со своими партнерами. И я надеюсь, мы сейчас 10-12 у нас сейчас тоже онлайн большущий форум, который очень доступен всем. Друзья мои, всех призываю, всех приглашаю. Если вы хотите развиваться, если вы хотите двигаться
в позитивном направлении, если вы хотите увидеть весь мир, и если вы хотите получать, ну, бомбезные чеки, я не утверждаю, что все должны быть миллионерами, но, извините меня, дойти до чека в 10-15 тысяч долларов вы просто обязаны. Поэтому приходите к нам, у нас есть такие возможности, у нас есть все необходимые инструменты и все обучения. Осталось только дело за вами. Решаете только вы. Принимайте решение. Гоу, вперед. Застой – это плохо. Всем пока. Спасибо большое, Ирочка. Пока, до встречи. Завтра в 3 часа всех жду. У меня будет новый эфир. Я надеюсь, что он будет опять Да. Приходите завтра. Да? Сегодня в 21.